парня сегодня удалось победить. Какие вообще эмоции испытываете сейчас? Да, здорово. Наконец-то забрали игру, довели ее до победы. В прошлой игре так не получилось сделать. В этой забрали свои 3 очка. Все по делу, считаем. Ну, так-то все правда. Я не знаю, чего в прошлой игре не получилось вообще. Как будто другая команда подъехала. Единственное, что травма игрока в этой игре. Посмотрим, как восстановится. Надеюсь, сможет играть. Смотря на конкурентов, планируете ли вы как-то тоже усиляться или будете играть вот тем составом, который есть сейчас, и считаете, что этого достаточно, чтобы попасть в четверку сильнейших и уже бороться за победу в турнире? Ну, это как раз капитан сейчас ответит. Ну, шпионская аналитика уже была проведена в позапрошлой игре. В принципе, состав бодрый, плотный. Мы сыграли с самым сильным соперником это элемент, ну, на бумаге. Знаю, еще Бруско неплохие ребята, но там посмотрим, игра покажет. Ну, а в целом, за четверку можем зайти спокойно, я думаю. Да? Золотой финал наш будет. Все, парни, спасибо, с победой. Все, спасибо.